красивые платья и прически, праздничный макияж. Все это очень любят девочки. Золушка превратится в принцессу, если подобрать ей достойный наряд. Ученицам школы «Надежда» помогли подготовиться к их первому в жизни выпускному балу. Сегодня у нас выпускной, первый наш выпускной в школе «Надежда». Это дети вот с ограниченными возможностями здоровья. И с ними, конечно, была проведена большая работа. Мы с ними очень сдружились. Действительно, проходили примерки платьев, работали стилисты. Ну, конечно, последнее слово оставалось за девочками. Они сами себе выбирали платья. Вот, их счастливые лица, улыбки. Мы хотели сделать для них просто невероятное что-то. Благотворительная акция «Бал для Золушки» впервые прошла в Одинцове. Выступить в роли крестных фей смогли все желающие. Платья, обувь, аксессуары девушкам передавали жители не только нашего округа, но и других регионов. Вместе с выпускницами к празднику готовились их учителя и родители. И волновались даже больше. Мы рады, что мы приняли участие в таком замечательном проекте «Бал для Золушки». Девчонки все просто потрясающие, красивые. Они и так красивые, но сегодня просто настолько они... У них даже взгляд совсем немножечко другой стал. Они яркие такие, в красивых платьях, с красивыми прическами. 12 мальчиков и 7 девочек выпустились из 9 классов школы «Надежда». Каждого из них ждет свой путь. Продолжить учебу здесь, в стенах школы или в другом месте. Нам удалось договориться и подписать сетевое взаимодействие с очень хорошим техникумом. И наши ребята будут продолжать обучение в нашей школе. Они пойдут 10-11 класс. А ребятки, у кого есть программа 8 вида, они будут в этом колледже учиться полноценно 2 года. А ребята, у которых общеобразовательная программа, они сами для себя сделают выбор. Возможно, они пойдут в Одинцовский техникум, возможно, они закончат у нас 11 классов. Это как они уже сами решат. Школьный бал прошел на отлично. Ну а выпускные в округе продолжаются. Передать платье Золушкам может каждый. Благотворительный сбор продлится до 31 мая. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».